Бери оружие, эльф. Я пришел поговорить. Клонись в пол. Вон, видишь, венценосец. Это Димовент. Милостью Божьей король Айдирна, долины Понтера и прочее, и прочее. А ты? Друг нелюдей. У меня есть предложение. Говори. Быстро и по делу. У тебя есть время, пока головоглаз не вернется. Я могу добыть еще голов. Все монарши. Дальше. Сперва Фольтест. Но мне нужна помощь. В Айдирне я едва ушел от облавы. Мне нужны ваши убежища, карты потайных троп. Мне нужна помощь с Каэтаэлей. Я делаю это не ради золота и не жажду славы. Тогда зачем? Долго объяснять. Твоя тварь уже сожрала Накера. Тебе пора. Мы договорились, эльф? За мысом уже должен быть Флотзен. Мы пойдем берегом. Мы это кто? Ты и я. На разведку. Я иду с вами. Не стоит. Там может быть опасно. Неизвестно, как нас примут. Да куда вы одни пойдете? Должен же за вами кто-нибудь приглядывать. Она всегда такая. Ну что же, привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить второго Ведьмака. Доброго тебе дня, ядрить его. Начало первой главы. Вот мы и прибыли во Флотзен. Придется замочить порты, ведьмак. Без этого никак. Прыгай. Так, и мы перегружены. Надо бы чего-нибудь сейчас кинуть. Есть вести от твоего таинственного информатора? Гавань закрыта. Некоторые купцы торчат тут больше месяца. Но через лес-то всегда пройти можно. Что за дело? В лесу Йорвит. Вот как раз в начале в заставке мы и видели, как Йорвит общался с Лето. Интересно, что они там затевали. Так, ну а сейчас сохраним игру. Так, и все же что-то нам надо будет сейчас выкинуть. Так, а эта стеганая кожа лучше, чем тот дуплет, который на мне сейчас одет. Переоденем. Так, и сапоги получше у нас есть. Ну и штаны, соответственно. Так, ну, хуже, чем у нас одеты сейчас перчатки. Так, а у нас же, да, есть доспех ворона, кстати. Так, штаны мага тоже не нужны. Еще 6 пунктов веса выкинуть. Так, чтобы еще выкинуть-то? Все, теперь... Да, у нас на 12 пунктов ниже, чем максимум. Можем спокойно передвигаться.
Но пока потихоньку осмотрим все ящики, которые здесь лежат. Пошли. Да, ну здесь медальон закончился, так может, что... Может, пойдем уже? Ладно, не буду заставлять ждать. Трис. Пойдем. И Роше. Так что пойдем с ними. Хочешь все-таки продолжение сюжета? В лесу? Очень смешно. Ты знаешь, кому принадлежит этот лес? Может, Йорвиту? Да, и здесь я тоже знаю, очень долину красиво. Кондора больше, чем ты думаешь. И мне известно, что Фольтест отобрал эти земли у Димовенда несколько лет назад. Полагаю, ты тоже принимал в этом участие. Слышите? Смердит эльфами. Это Вернон Роше. Последние 4 года командовал особым подразделением. Служит королю Тимерии. Лично отвечал за усмирение предгорья Махакама. Охотник на эльфов. Убийца женщин и детей. Дважды награжден за проявленную отвагу. Йорвит, самый обычный выродок. Я так ждал нашей встречи. Строил планы, готовил ловушки. А тут, пожалуйста, ты сам явился в мой лес. Ты помог убить моего короля. Король или бродяга, разницы нет. Одним тхойны меньше. Так, попробуем взять его живьем. Попробуем взять живым. Знаешь подходящее заклинание? Отвлеки его. Мне надо сконцентрироваться. Давай. Слезай вниз и покончим с этим. Я жду. Ха. Ты человек бесчестия, Вернон Роше. Мерзкое насекомое, которое я раздавлю. О, старая эльфская песенка. О чем ты, ведьмак? Знаешь, сколько я видел таких, как ты, гордых Айн-Сейтхи, которые прячутся по лесам. И чем они беспомощнее, тем больше жестокости они творят. Я помог убить короля тараканов. Ты меня называешь беспомощным? Ты меня еще террористом назови. Нет, ведьмак, за свободу нужно драться. Никто ее просто так не даст. Очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами. Правду? Дело не в расе, да и не в свободе. Даже месть тут ни при чем. Вы здесь только потому, что кто-то очень влиятельный так захотел. Тот, кто вас использует. И неважно, корона у него, волшебная палочка, или он заправляет богатой гильдией. Одно знаю точно. Ни ваша свобода, ни ваши уши его не волнуют. У вас уже была похожая история с Нильфгаардом. И сейчас она повторяется. Или, может быть, я ошибаюсь? Ошибаешься. Никто больше не будет использовать Скаэтаэлий. Кого ты хочешь убедить? Меня, самого себя или твоих лучников, которые прячутся в кустах? Трис, давай! Да, эльфы, ничего у вас не вышло. Да уж, это поможет. Трис, ты в порядке? Прекрасно. Вот последствия действия магии. Займись лучниками, они уже близко. Геральт, заклинание еще держится, не отходи. Что происходит? Мотыльков у нас больше не будет. Так что сваливаем. На корабль? Нет, с той стороны их еще больше. Будем пробиваться к плоту. Это ты, Роше? Убери лапы с моей задницы. А ты думала, кто? Я тебе не мешок картошки, не солдафон. Я женщина. Я заметил. Меня-то
заклятие. Вперед, пошли! Не трясись! Ты меня отрываешь! Айне! Ты цела? Да. Все в порядке. Что там? Где этот гребаный город? Я почти поверил, что мы выберемся. Трис, барьер исчезает. Трис! Быстрее! Давай, Роше, шевели булками. Убей их, Гера! Да, вот так нас дружелюбно встретил Флодзом. Особенно белки. Да, я надеюсь, они за нами в город сейчас не рванут. Вы знакомы? Довольно близко, только он уже не помнит. Потому я и застал его врасплох, когда убивал Фольтеста. Не бойся, эльф. Я знаю и Геральта, и его слабости. Да я не помню, чтобы где-то появлялся Лето. И в книжной серии... Слишком много магии разом. От этого и умереть можно. Ты видел? Да, убийца и Йорвит. Живые? Вы кто? Значит, вы кто будете? Я ведьмак. Купец-бакалейщик Эмгир Ван Эмрейс. Купец? Бакалейщик. Ага. А это? Добрый человек. Мы чудом избежали смерти. Будь любезен, покажи, где тут можно отдохнуть. Позже мы все объясним, если нужно. Ваша правда. На рынок идите, может, и на казнь поспеете. Смутьянов вешать будут. Краснолюда и барда какого-то. Там еще корчма, бордель. Отдохнуть можно. Бордель. Это самое важное. Будь здоров. Да, терзает меня смутное сомнение, что вешают кого-то из наших знакомых. Белки подошли под самые стены. Их сам Йорвит вел. А эти прибыли. Ну что ж, попробуем проспрашивать кого-нибудь. Так их эльфы погнали. Не, лучше сразу на площадь. Посмотрим, что ж там все-таки происходит. По-моему, солянка готова. Может, удастся помочь? Лютик. Лютик, мой агент. Прекрасно. Идеи есть? Импровизируем. Без крови. Мы постараемся. Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Ну что ж, пробиваемся к виселице. Собака. А ну пусти. Может туда попасть? А ну, седой, осади! Так что здесь происходит? За что их казнят? С виду они не слишком грозные. Так они с белками якшались. Девки скотоельские. А Лютик что, тоже эльфский шпион? А вот его за распутство вздернут. За что? Барда повесить за распутство. Так в приговоре сказано. А приговор, ваш милость ведьмак, это вам не что-нибудь? Люди, я раньше не слышал, чтобы в славном королевстве Тимерии вешали за распутство. Здесь вам не Нильфгаард. Иди-ка отсюда, чудной, а то я за себя не ручаюсь. Забаву людям портит. Может, и чудной, а дело говорит. Я вот тоже бабу потискать не прочь, так что ж и меня в петлю тащить. Господин стражник к нам тоже пару раз захаживал.
только без распутства. Иди отсюда, Вагарвена! Тут тебе не бордель! Я пойду. Только скажу, что охота-то у него была. Да вот. Остановите казнь! Рифмоплет должен висеть и будет висеть! Здесь город порядочный, а бледям и ведьмакам слова не давали! Следите, что говорите, господин стражник. В ведьмаках я не разбираюсь, а вот Гарвена — баба порядочная. А ну заткнуть хайло всем! Тишина! Слушайте, слушайте. У этого вояки божьим попущением яйца гниют. Захлопни пасть, шлюха! Ты же не станешь бить женщину? Женщину нет! Берегись, ведьмак! Хочешь в петле сплясать? Так еще и теперь ему по морде надо надавать. Глядите, люди! Он руку на власть подымает! Да хороши тут драки. Хочешь в петле сплясать? Все одно! Давай, давай! Найдется место и для нас! Так, этот стражник готов. Теперь надаем по щам палачу. Да, с ведьмаком ему не сравнится. Ну еще Геральт. Отлично. Так, хочешь сказать, следующий. Пошел вон, Крушина! Парочку сраных ублюдков стернуть не можете! А ты стой спокойно и руки держи на виду! На помосте либо в петле висят, либо речи говорят. А ты что выберешь? Поговорим? Казнь незаконна. Правда? Во флотцами закон это я! Я представляю королевскую власть, Вернан Роше. Так-то, синие полоски, охотники на нелюдей. Именно, каждый подозреваемый в связях с белками находится под моей юрисдикцией. А что с Лютиком, он действительно осужден? Он сжег мою сторожевую вышку, это тоже в вашей юрисдикции? Я так и думал. Это правда? Так могло показаться. Но я не виноват. Отпущу-ка я вора. Спокойно. Я пошутил. Ненавижу воров. Я могу устроить еще одно представление. На этот раз кровавое и без публики. Или мы договоримся? В смысле? Дай мне минуту. Слушайте все! Наверное, каждый из вас слышал о трагедии, случившейся во время осады замка Лавалетов. К сожалению, это не ложь. Король Фольтест убит. Скорее всего, к этому приложили руку Скаэтаэли. В эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому сегодня на улице Флотзама выйдут вооруженные патрули. Объявляю военное положение. Ждите указаний. Готовьтесь к бою. Мы будем мстить за нашего короля. А теперь все по домам. Неплохое представление. Личная речь. Мог бы и прямо сказать, что Фольтеста убили нелюди. Мои подданные и так знают своих врагов. В этом лесу на минуту отвлечешься, и ты уже труп. Зато в городе нелюди сидят тише воды. По крайней мере, поспокойнее, чем ублюдки из леса. А вот если сюда все-таки пролезут Скаэтаэли, с нас всех шкуру спустят.
Поэтому передышек здесь не бывает. Расслабишься, и конец. А с ними что? Казни не будет пока что. Скажем, я решил пересмотреть их дело. Виселица не место для беседы. Поговорим у меня. Твоих приятелей я освобожу, но из города их пока не выпустят. Жду тебя вечером. Приходи, как стемнеет. Раньше я буду занят. А, кстати. Добро пожаловать во Флотзам, ведьмак. Они правда хотели нас повесить. Я не знаю. Я же не хотел сжигать башню. Все в порядке, Лютик. Идем отсюда. Мы у тебя в долгу, ведьмак. Спасибо тебе. А теперь в трактир. Пойдем, Лютик, выпьешь, полегчает. Заодно расскажешь о местных нравах, ханжестве и распущенности. Ну вот мы и встретили старых знакомых. Опять попавших в беду. Доска объявлений. Да, пока доску объявлений может, проверим. Может, что интересное. Разыскивается Йорвит. Но его мы еще встретим. Так. Заказ на Эндриак. Возьмем. Накеры. Помилование Димитра. Преисполнился раскаянием и попросил прощения за все свои страшные злодеяния. Да что-то не верится, что он прекратил их. Так, заказ на тролля. Смельчак, чтобы истребить тролля-дегенерата. Да, это что-то новое. Людвиг Мерс, королевский городничий. Заходи к флотзамскому цирюльщику. Ну, зайдем как-нибудь. Так, да не факел, а в дверь войди. Ну что ж, я думаю, стоит пообщаться с нашими друзьями. Ох, чтоб меня. Меня правда чуть не... Трактирщик, водки! Чтоб меня вши заели. Трис Меригольд, ты выглядишь очаровательно. Ну, только бледновато чутка. Чародейство бывает утомительным. Но уже все хорошо. Рада тебя видеть, бородач. Что здесь вообще происходит? Месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу Золтана. Все похерилось. Свадьбы не будет. О Фольтесте слышали? Слухи мчатся быстрее ветра. Я хотел бы знать правду. А ветра и сплетни мне до одного места. Как погиб Фольтест? Правда, что там был дракон? И кто теперь правит Тимерией? Тише, Лютик, а то подавишься. Трис, расскажи, кто теперь правит? Ты у нас эксперт. Страна все больше погружается в хаос. Древние семейства начали открытую борьбу за власть. Барон Кимбольд и граф Моравель. В том числе. После убийства, пока Геральт сидел в тюрьме, влиятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка Лавалетов, чтобы выбрать нового правителя. Продолжалось это 3 дня и напоминало скорее базар, чем дворянское собрание. Только торговали там конторами, должностями, сферами влияния и привилегиями. Люди. Было несколько поединков. 2 отравили, а короля так и не выбрали. Мы были на волосок от гражданской войны. А что у нас с чародеями? Вот именно! Куда делись эти умники, когда они действительно нужны? Их не пригласили. Но именно благодаря чародеям, а скорее нескольким влиятельным чародейкам, удалось предотвратить коронацию барона Кимбольта. Я как-то пел у него при дворе. Он не заплатил, жратва была дрянная. Если он станет королем, я уеду из Тимерии. Они решили что-нибудь или как всегда? Как всегда. Одна надежда на Яна Наталиса. А, героя битвы под Бренной, доверенный Фольтеста. Да. Во время переговоров он был в нескольких днях пути от земель Лавалетов. С 2000 ратников. Ян Наталис должен поддерживать мир, пока не появится законный монарх. Правление может прийтись ему по вкусу. Не думаю.
Наталис воин. Но его поддерживает армия. Именно поэтому он в состоянии обеспечить мир. Шаткий и ломкий, но все лучше, чем гражданская война. Кроме того, у него солидные долги в Краснолюдском банке, главный пайщик которого — Филиппа Эльхард, чародейка. Ладно, хватит политики. А что, дракон? Там появился дракон. Больше я ничего не знаю. Но откуда лавалеты взяли дракон? Говорят, это огромная скотина дралась за них. Драконы обычно не интересуются политикой. Может, у него логово было рядом, и он почувствовал опасность. Если бы ты его не прогнал, Фольтест мог бы и не взять замок. Что тут гадать? Что случилось? Регенриксы сорвали помолвку. Какой-то трехнутый хер разболтал, что я поучаствовал в заварушке в Изиме. Мой несостоявшийся тесть, видишь ли, не желает принимать в семью бунтовщика, простофилю и разию. Эй, трактирщик, где наша лодка? По порядку. Мы дошли до Махакама через неделю после смерти великого магистра. Купили Золтану сногсшибательный костюм двойку, башмаки от гальюна и здоровый в мой кулак жадеит в подарок Эвдоре. Накушались мы тогда изрядно. Лютик еще устроил для меня мальчишник в храме любви, тесные врата. На следующий день мы были у Брегенриксов. Поздоровались, побеседовали немного о превосходстве махакамской горнопроходческой мысли и сели за стол. И когда мне уже казалось, что я постиг все тайны горняцкого мастерства, подали суп. Тихо сделалось, как в могиле. И тут старый Брегенрикс говорит: настоящий краснолюд обязан в шахте работать, а не гоняться за славой на войне. Не поверишь, Геральт, ему в знак отказа подали черную похлебку, как у них принято. Черная была как смола, вот тебе слово. Должно быть, на угле ее готовили. А теперь поедим, говорит, и выхлебал целую тарелку этих помоев. Козел старый, чтоб ему эта его шахта на башку обвалилась. С каких пор ты работаешь на Роше? Эй, никто и слова не сказал, когда ты спасал Тимерию от великого магистра и его мутантов. А я и не говорю ничего, я просто спрашиваю. Можешь делать, что хочешь. Женилку-то отрастил уже. Ну, ты сказал. Смейтесь, смейтесь. В кои-то веки я решил сделать что-то полезное. И поэтому раньше ты шпионил на Риданию, а теперь работаешь на Тимерию. Знаешь, кое-кто назвал бы тебя предателем. Ой, одной поэзии сыт не будешь. Я гражданин мира, и потому считаю, что до тех пор, пока не служу императору Эмгиру, ничего плохого не делаю. Оставь его в покое, Геральт. Пошпионит и перестанет. Ему быстро наскучит, сам знает. Лоредо говорил, что ты работаешь на Скайтаэлей. Это правда, Золтан? Геральт, ты меня знаешь. Я разными вещами занимался в жизни, но бандитом никогда не был. Скайтаэли себя бандитами не считают. Только я-то не Скайтаэль. Убийца ждал Фольтеста в башне, где лавалеты укрыли детей. И он отлично знал, что делает. А ты как там оказался? Я охранял короля. После первого покушения Фольтес начал считать меня чем-то вроде живого талисмана. Приказал быть рядом во время битвы. Дракон отрезал нас от остальных войск. Убийца прикинулся монахом, к тому же слепым. Он позволил королю встретиться с детьми, подождал, пока я отойду, и перерезал ему горло от уха до уха. Как он ушел? Прыгнул из окна в реку, а там его ждали Скайтаэли и Йорвита. Все было продумано и подготовлено. И поэтому ты гонишься за ним? Из-за того, что он убил короля? В убийстве обвинили меня. Я должен снять с себя подозрения. Кроме того, я успел заглянуть ему в глаза, прежде чем он сбежал. Это был ведьмак. А потом появились бравые темерские стражники, я получил по голове и отключился.
Так что происходит? Лучше пойдем отсюда. Там кто-то применяет магию. Взглянем на это. Ну, конечно же, и нам надо будет с этим монстром расправиться. Еще ведьма? Магичка? Кто же это может быть? Что ж ты за чародейка, я с тебя спрашиваю. Слышишь, чего тебе люди гутарят? Чего ж ты ему не помогла? Он же жив. Чудище его едва под воду не утянуло, а ты токмо знай пялилась, как баран на сраные ворота. Попридержи язык. Ну ладно, где чудовище? Вон ее, спрашивайте! Геральт? Значит, мы знакомы. Ворон, ворону глаз не выклеить. Скажем так, я много о тебе слышала. Милздарь ведьмак, Зосика нашего чудища едва на дно не уволокло, а вы теперь че языком трепать будете? Что тут случилось? Я приехала во Флотзам, чтобы убить Кейрона. Кого? Монстра, который перекрыл гавань. Минуту назад мне повезло увидеть его во всей красе, а эти люди его спугнули. Повезло? Слышь, Зосик, кто-то ты счастливый. Откуда вы чудище в гавани, а? Может, ведьма его и вызвала? Чтоб поувидать во всей красе. Ну, я думаю, знак на них сработает, я надеюсь. Так, или устрашить, Зосик, ну, лучше знак. Зосик, что-то скверно выглядит. Уведите его отсюда. Верно. Мы и так много времени потеряли. За дело, мужики. Двинулись. Чё ж, а я-то думал, драку будет. Айло, заткни. Пойдем. Прошу прощения, что помешал. Меня зовут Людвиг Мерс. Я занимаюсь вопросами чудовищ во Флотзуме. Посему хотел бы спросить, не возьметесь ли вы решить проблему так называемого Кейрена? Чудище, которое перекрыло всю торговлю на реке. Ну так что, ведьмак, будем работать вместе? Обычно я работаю один. А ты кто? Я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь. Рыбка или питка, как говорят местные. Ладно, я согласен. По вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках. Госпожа де Тансервиль, как мне кажется, уже провела предварительные переговоры. Именно так. В таком случае, не смей более вам мешать. Трис, когда ты наконец меня представишь? Шиала де Тансервиль. Советница королевы Зулейки из Ковера. Ковер же далеко на севере. Это правда. У меня были сомнения, стоит ли Кейрон такого путешествия. Но увидев его сегодня, я окончательно убедилась, что стоит. Ты приехала сюда за ингредиентами? Трис Меригольд. Догадливо, как всегда. Ты имеешь в виду... Глаза тролля, яд гуля, кровь девственницы. Все эти отвратительные субстанции и органы, которые мы получаем из вымирающих видов. И бросаем в котел во время шабашей. Так ведь, Трис? О, да. Девственницы — вид на грани вымирания. Очень смешно, Трис. Ну, хватит шуток. Геральт, ты видел щупальца? Что ты об этом думаешь? Тварь, наверное, огромная. Жила себе в каком-то притоке Понтера, охотилась. Потом подросла и стала искать новые источники пропитания. И открыла для себя вкусные барки, полные жирных купцов. Седрик говорит, что Кейрон пришел сюда из Северных болот с месяц тому назад. Седрик? Эльф. Бывший Скьетаэль. Странный тип. Но неплохо знает окрестные леса и все, что их населяет. Мне надо осмотреться, кое-что разузнать. Проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов? Вроде того.
Поговорю с купцами о награде, навещу Седрика и дам тебе знать. Я буду в трактире. Я сняла комнату наверху. Там бордель. Спасибо, что предупредила. Так, ну теперь стоит будет разыскать немного информации о Кейроне. Эй, седой! А ты чё такой белый? А чё тебе не нравится? Так, надо будет зайти на пристань. Обсудить вопрос цены убийства Кейрона. Так, и у нас торговцы, таверна, ремесленник. Ладно, потом зайдем. Расскажи нам, что ты видел? Видел когда-нибудь речное чудовище Кейрона? Видал. Только я не из болтливых. Прям чувствуешь себя джедаем. Огромное чудище. Размером с сарай будет. Щупальцами народ с кораблей утягивает и скотину. Вся в слизи, сука, как улитка. Но проворная, как голодный кабан. Да, мерзкая и сильная тварь. Но пока проверим, что же в этом здании нам может вкусно попасться. Так, здесь ничего не подсветилось. О, сундук. Так, теперь посмотрим, что же наверху у нас есть. Еще сундучок. 5 аренов, тоже неплохо. И еще немного наверх. Эх, какой вид. Ну ладно, теперь можно здесь не задерживаться. Идти дальше по делам. Хотя можно ближайшие пришвартованные корабли посмотреть. Может там тоже что-нибудь попадется. Действительно хорошее и ценное. Ну чего, согласны на предложение коменданта? Ну здорово. Так, и никто пообщаться тоже не захочет, да, здесь? Да брехня это все, сам знаешь. Мурмач, куда собрался, приятель? Вы здесь просто для фона находитесь, да? Да брехня это все, сам знаешь. Куда собрался, ты приятель? Сказал, что? Вы тоже ничего полезного не сказали? Так, какие у нас задания-то есть? Гнусное предложение. Это, наверное, надо к Лето. Тьфу. Главначальнику во флот заявиться. И как раз я чуть не забыл, надо распределить таланты, которые мы накопили. А у нас их 3 даже. Так, ну повысим здоровье. И, наверное, отбивание стрел тоже очень пригодится. Так, а теперь стоит решить, в парировании или в отбивании еще один талант пустить. В парировании, наверное, лучше. Хотя... восстановление энергии в бою. Давайте его возьмем. Остальное чуть позже прокачаем. Эти пути все так же заблокированы. Так, из эликсиров у нас ласточка, кошка и чайка. Ну ладно.
Так, проверим, что же тут нам могут сказать. Свечи. Прошу. Так, тоже ничего интересного. Эй, Седой, у меня к тебе предложение. Чего ты хочешь? Приветствую тебя, ведьмак. Я ищу одну формулу, и ты мог бы мне очень помочь. Я не травник. Я знаю, кто ты. Что мне придется делать? У одного лавочника есть рецептик. Почему ты сам к нему не сходишь? Он торгует благовониями. Одно из них пользуется особенной популярностью. По-моему, то, что он... Посмотрю, что можно сделать. Мне кажется, или на какой-то фиштех рецепт. Одна из формул его изготовления. Кончик, ну ладно. По квесту посмотрим, что же нам это все-таки даст. Здравствуй. Зачем мы таскаем это добро, если портится? Красота. Как дела? Так, добро, а на эту кораблик нас не пустит. Ящичек. Эх, чувствую, скоро у нас опять перегруз стукнет. Ну да ладно. Еще много сундучков. Чего тебе? Я так понял, у купцов какие-то неприятности. Ничего себе какие-то. По трактам не проехать, в лесах полно бандитов, гавань перекрыта. С пошлинами я тебе не помогу, а монстром могу заняться. Чародейка тоже так говорила, а результатов никаких. Она попросила меня помочь. А кто тебе платить-то будет? Как раз это я собирался обсудить. Ха. Чародейка должна была сама управиться. Так, ну попробуем, чтобы нам удвоили ставку. Мы работаем вдвоем, значит, стоим в два раза дороже. Ты, наверное, шутишь. Я думаю, знак нас не подведет. И он сработает. Ты заплатишь нам в два раза больше того, что обещал госпоже де Тансервиль. Хорошо. Вы люди серьезные, лишнего не запросите. Договорились. Расскажи, что ты знаешь о чудовище. Это ж ты здесь, ведьмак, чири, тебя задери. Я в этом не разбираюсь. А кто может о нем что-нибудь рассказать? Может, этот, стукнутый, эльф Седрик. Он много о монстрах знает. Где его искать? В деревне, под стенами. А теперь оставь меня в покое. Так, двойную цену мы выбили. Нет, я с выродками не разговариваю. Послушай. Пошел прочь! Или я стражу позову! Кинуть бы тебя к Кейрону. Ну ладно, отвлекусь на сундучки. Ни тебе здрасте, неприятного аппетита, сволочи. Щипнут меня все время, зажимают. Так, и опять перегруз. Звери, одно слово, дикие. Добрый день. Звери, куда мир катится? Так, а ты, наверное, торговец. Отлично. Что-нибудь до тебя сейчас сбагрим. Заодно и денег подзаработаем. Так. Сейчас посмотрим. Сравним экипировку. Нету ли у нас более лучших мечей и доспехов. А все слабенькое продадим как раз. Так, а темирский меч лучше, чем у меня сейчас находится. Да, намного получше. Да, как-то очень сильно статы занизили оружие, которое передавалось из первой части по сейвам. Так, ну, из оружия лучше у меня ничего больше нету.
Ловушки, бомбы. Так, ну это место вроде бы не занимает. Слово о драконах. Приказ. Да, это мы все нашли в эпилоге. Ладно, пусть будет, они место не занимают. А пока продадим ненужное оружие. Так, ну вот и прилично по весу у нас освободилось. И 750 аренов. Хорошо. $235 из 300. Отлично. Так, ну... Остальное я как-то продавать не хочу. Можно, наверное, от мусора будет избавиться. Так, а серебряное кольцо на всякий случай оставлю. Может пригодится. Так, и продолжим исследовать ближайшие коробочки. Так, растения нам пригодятся для наших эликсиров. Вещи для крафта. Это все очень хорошо. Правда, скорее всего, я опять сейчас весь рюкзак забью. Чего уставился? Что, курва? Что? Чего разорался? Так что насчет деньжат? Работу сделали. Так, а тут контейнер не подбирается, жаль. Как-то на него таргет у меня не переходит. Так, ну, вроде бы все сундучки и места заканчиваются по сбору ресурсов. Так, ну теперь пробежимся по домам. Правда, глаза-то кошачьи. Да, за убийство Кейран назначено щедрое вознаграждение. Ну что ж, убьем его, посмотрим, что же нам дадут. Ладно, не буду вам тушить костер, пусть супчик варится. Так, что же у вас хорошего хранится-то? Немного аренов. Белый так, ну ресурсов для крафта уже много. Так, мальчик, иди отсюда. Квартал не людей. Даже тут есть. Я ведь... О, у тебя новые туфли? Что случилось? Он сказал, что не может ее сюда. Так, травки для эликсиров. Белый волк, а это ты съел красную шапочку? Да, я съел красную шапочку, и что? Так, тут у нас что? Приветствую. Какой-то пьяный чувак. Ну ладно. Так что нам нелюдь расскажет? И тебе того же. Значит, даже Флотзем обзавелся собственным гетто.
Мы же в Тимерии, мужик. Забыл? А тут нелюди винят всегда и во всем. Случись чума, коровий мор или налоги подымут. Во всем мы виноваты. Жить тут можно, да только плохо и недолго. Так, ну теперь я думаю, что опять забежим к торговцу. Сейчас продадим все те ненужные вещи, которые набрали. Осторожно, чудище на улице. Точнее, за стенами города. А потом зайдем к боссу данного отзыва. Так, грабли, ржавый нож. Нам ничего не надо. Так, мусор, железное кольцо, инструменты. Тоже не надо. И 25 пунктов по весу. У нас еще свобода. Ладно, серебряное кольцо тоже продадим. Я думаю, еще тоже еще найдем. Так, и у нас пока сам Флотзам открыт. Да, выделим гнусное предложение. И нас маркер ведет вот в ту дверку, где стоит стража. Но, наверное, нам стоит все-таки дождаться вечера. Иначе сейчас все заняты, нас никто не примет. Надеюсь, заката хватит. Заперто. Лоредо хотел меня видеть. Комендант занят. Приходи вечером. Так уже вечер. Или еще позднее надо. Ладно, посидим еще подольше. Но теперь должен быть вечер. Лоредо хотел меня видеть. Комендант занят. Приходи вечером. Ладно, еще помедитируем. Да, почти до полуночи, я думаю, хватит. Тебе чего? Комендант хотел меня видеть. Сдавай оружие и заходи. Смотри за ним в оба. Погоди, волк. Мне тоже надо поболтать с господином комендантом. Вы заходите, нет? Слушай меня внимательно. Я офицер, а ты мелкий прощелыга. И если я захочу, чтобы ты... Идем уже, Роше. С таким войском Лоредо даже пьяных лесорубов не усмирит. Что там говорить про Йорвита? Баллиста. Этот ублюдок обзавелся баллистой. Ты хоть представляешь силу этого оружия? О, да. Плечи, усиленные медными плитками. Тетива из конского волоса. Эта машина способна забросить тяжелый болт даже на милю. Умелый расчет может сделать 2 выстрела в минуту. Однако отдача так сильна, что выстрелить дважды в одно и то же место просто невозможно. Где-то я это уже слышал. Ты разбираешься в баллистах? Я знавал того, кто разбирался. А, неважно. Надо вывести ее из строя, иначе мы все будем зависеть от прихоти Лоредо. Они сейчас все в дугу пьяные. Я попробую отвлечь стражников. Остынь, Роше. Мне не хочется снова драться одному со всей толпой. Пока баллиста работает, никто не пройдет по Понтору без ведома и согласия Лоредо. Я этим займусь. Ты лучше иди выпей. Так, оставили нас без оружия, и теперь еще надо баллисту саботировать. Не крутись здесь! Так, тебя надо как-то отвлечь. Не крутись здесь. Хорошо, не развлекался. А, еще бы. А это узнаете? И как же нам это сделать? На дорожку, чтоб твою мать. А красноледит ему выставила ножку, чтоб твою мать. Что ж ты, пиндюк, меня сверху с оружием, ну, с ней взаимодействовать нельзя.
настучу твоей маме. Так, твою мать. Что ж нам делать? Один. Так, я думаю, ты нам поможешь. Чего надо, уродец? Я хотел устроить сюрприз моему приятелю. Видишь, вон того грустного парня у баллисты. На днях один козел хотел, чтобы я ему стихи читала. Я таких глупостей не люблю. Я имел в виду нечто более обычное. И что надо делать? То, что ты умеешь лучше всего. Ладно. Только отведи его подальше от баллисты, когда будешь им заниматься. Тогда придется доплатить. Как это? За дополнительные услуги надо доплачивать. Такие правила. Будь по-твоему. Ладно, пойду займусь этим придурком. Это какие дополнительные услуги-то? Ну ладно. Главное, отвлеки один, его куда-нибудь. Разнюхивают тут, как сына помыть. Хочешь расслабиться, уберу. А еще бы. А это узнаете? Вышел молоденький эльф. Выхали, чего надо, старик? Нет, с вами я бороться не хочу. Доброго дня. Вы тоже ничего интересного не скажете. Настучу твоей маме, чтоб твою мать. Так. И вот баллисты свободно. Теперь, может, развлечемся. А чем они там занимаются? Лучше нам не знать. Давно пойдем-ка отсюда. Я так хорошо не развлекался. Ну как? А еще такими сайту знаете? Да. Так, Роше, мы выполнили то, что надо. Отлично. Пойдем поговорим с Лоредо. Лоредо занят. У него это ведьма, Шиала. Позже заходи. Геральт, идем-ка. Надо поговорить. И что же там делает Шиала? Ну ладно, я думаю, мы сейчас узнаем. Что же нам делать, Рошета? Давай подсказывай. Да. Подождем, пока сиятельная госпожа наговорится с досточтимым хамом. Жалко времени просто так стоять. Кажется, тут собрали стражу со всего Флотзема. Надо бы осмотреться. Видел стрелка за домом? Я его отвлеку, а ты попробуй пробраться на задворки. Надо бы узнать, что они так стерегут. Простите, милздери. Я случайно услышал ваш разговор. Что надо? Собственно, у меня к ведьмаку есть дельце. Я тут кое-что предложить хотел. Ну, давай послушаем. Я так понимаю, вы сюда не для собственного удовольствия явились. Правильно понимаешь. Вы уже слыхали что-нибудь о чудище в реке? Да, что-то такое слышал. Можно предположить, что рано или поздно вам его наверняка закажут. Таким образом, я допускаю, что... Хватит уже допускать. Выкладывай, наконец, в чем дело. Наш благородный господин располагает частью ловушки, приготовленной специально для этой бестии. Так. За домом находится склад. Лоредо держит там вещи, реквизированные у купцов и путников. И добра там очень много. Но ты знаешь, где именно искать эту штуковину? Именно так. Я видел, как солдаты коменданта выносили это устройство в сад. Они поставили ящик на платформе у самой стены со стороны ремесленного квартала. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Потому что надо как можно скорее избавиться от этого чудища. Удачи! Так, стражника я беру на себя, а ты попробуй пробраться во двор. Ага, гениально.
Ну что же, опять незаметно попробуем пробраться. Надеюсь, в этот раз получится лучше, чем в тюрьме. Так, аккуратно. Ползем. Как факел-то подскочил? Да, физика иногда рисует замечательные картины в играх. Так. Ну, я надеюсь, он в ненужный момент не обернется. Может, подождать? Пока закончит свои дела. Как-то долго это все продолжается. Наверное, бочками пил пиво. Ну ладно, попробуем его все-таки глушить. Так, здесь дверь заперта. И как же нам туда пробраться? Так, у тебя ничего не выпало, ни ключей, ни вещей. И ничего не появляется. Дверь также закрыта. Может, у первого стражника? Нет, здесь тоже из него ничего не выпало. Да, и вид в окно тоже нам ничего не дал. Так, и куда же нам дальше? Так, а вот здесь есть выступ. Наверное, нам... Да, по этой преграде лезть. Так, и еще стража. Так, ну я надеюсь, с ними также у нас получится. Как и с первыми двумя. Нам надо пробраться к этому окну, я полагаю. Так, а какой же момент подгадать? Сейчас, я думаю, да, тот момент. Заодно растений потихоньку соберем. Так, Геральт, не волнуйся, мы справимся. Нет, не лучший момент. Тоже не успею до него добежать. Так, подождем, когда он еще раз обратно пойдет. И тогда стукнем его сзади. Как здесь скрытые миссии, это неудобно, честно, вот сделаны. Так, бежим, бежим, бежим. Отлично. Так, и за тем заборчиком, кстати, должна располагаться часть ловушки на Кейрана. Нам она очень пригодится при выполнении задания. Ну, пока соберем все, что плохо лежит.
Да, дерево сейчас наберем. Что на игру, я думаю, хватит. Так, а там еще стража. Да. Правда, один, и это хорошо. Тихо покрадемся за ним. Так, ну вроде бы он нас не видит. Теперь можно глушить. Отлично. Так, здесь растений ничего нету. Так, здесь никого тоже нету. Ладно. Пойдем потрошить ловушку на Кирана. А наверх подслушать заберемся чуть попозже. Так, ловушка, да. Через тот заборочек надо перелезть. Благо охранников мы всех оглушили. Теперь можем спокойно передвигаться. Ну вот и железная рама. Так, посмотрим, что здесь наверху находится. Может, тут получится также посмотреть, что происходит. Нет, туда я не поползу, там стража наверняка нас заметит. Ну, я думаю, стоит возвращаться там, где мы видели чародейку. Там, у окна. Ну, я надеюсь, теперь нам никто не помешает. Комендант, ты, наверное, забыл, с кем имеешь дело. Ты меня за дурака держишь? Человека, который снимает стражу с улиц, чтобы охранять ковры, тряпки и пряности, отобранные у купцов? Скорее за идиота. Ты хоть понимаешь, какая на тебе лежит ответственность? Не учи дедушку кашлять, чародейка. Я управляю Флотзамом много лет. Флотзамом правит страх перед Йорвитом. Этот страх правит и тобой. Я уже сказал, что мне нужно... Ты как ребенок, у которого отобрали конфетку. Ох, комендант, однажды тебя возьмут за шкирку и вздернут на первом суку, как обычного разбойника. Впрочем, ты от разбойников недалеко ушел. Однажды и тебя отправят на костер, как обычную ведьму. Хватит. У тебя в голове помутилось от страха. Подумай над тем, что я сказала, и дай ответ, пока не поздно. Ну, я думаю, если мы начнем ее расспрашивать об этом разговоре, вряд ли что-то добьемся. Чего-то добьемся. Ну, а теперь стоит возвращаться к Роше. Так, и через дверь мы не выйдем. Придется лезть опять через верх. Кстати, если вы Кирана убили до данного момента, то тот странный путник не подойдет к нам и не предложит задание по поиску части ловушки Кирана. Может быть, лучше доброй забавы у комендатора.
Он мне сразу не понравился. Лоредо хранит здесь подарки от местных купцов. Похоже, он ждет нападения Йорвита. Кстати, я слышал разговор коменданта с Шиалой. Не знаю, что они там обсуждали. Но мне кажется, Лоредо пытается провернуть с ней какие-то дела. Посмотрим, что он скажет. Ну что же, я надеюсь, Лоредо теперь нас примет. И мы получили новый уровень. Ходи, тебя ждут. И куда идти? Хибара-то не маленькая. Тебе, то есть вам, значится, никуда ходить не надо. У нас приказ пропустить ведьмака и никого более. Сучий потрох! Ладно, хочешь по-плохому, будет по-плохому. Только без скандалу, не то вызову подкрепление. Не нужно. Передай Лоредо, что я понял, к чему он клонит. Ну, бывай, Роше. Я надеюсь, Роше не подорвет здесь все со злости, что его не пустили вовнутрь. Так, а пока потихоньку осмотримся. Вниз нас не пустят. Охрана бдит. Ты к коменданту? У меня к нему дело. Желаю удачи. У него, похоже, скверное настроение. Есть причины? Лучше поговорим об этом в другой раз. И определенно в другом месте. Ну, как скажешь, Шелла, как скажешь. Так, а что у нас наверху? Тоже охраняется. Ладно, идем к Лоредо. Нужен ключ. Ну вот и ты, наконец-то. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали розыскную грамоту. Дело паскудное, но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный Белый Волк ищет в нашем медвежьем углу. Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста. Здесь? Скаэтаэли замешаны в этом убийстве. Их следы привели нас во Флотзам. Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился. Если на руках Йорвита действительно королевская кровь, я помогу тебе его найти. Что у тебя с Вернаном Роше? Почему ты его не впустил? Роше? А ты знаешь, что про него говорят? Люди вроде него сперва действуют, а потом уже думают. А когда они начинают действовать, то почти всегда льется невинная кровь. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Да, я даже не знаю, что тебе ответить. Ну, я не на твоей стороне, по крайней мере, Лоредо. Я думаю, все-таки стоит прикинуться, что мы согласились. Пусть будет бандитом, нет пощады. Враг моего врага мой друг. А мы едва унесли ноги после встречи с Йорвитом. Проклятые белки! Подбираются все ближе! А эльфы и краснолюды из фактории? Кузнецы, торговцы, звероловы? Они охотятся, едят и спят вместе с людьми. На чьей они стороне? Не знаю. О том и речь, ведьмак. Когда дерешься за жизнь, нужны только надежные союзники. Не люди Флотзама. Ты прав, они едят, трахаются и срут среди нас. Но кто знает, что будет, когда Йорвит позовет их на последний бой. Я достаточно видел, и меня удивляет только то, почему вас еще не предали. А что так? Стража смотрит на нелюдей, как на мусор. Я не понимаю, что их тут держит. Я скажу тебе что. Голод, Геральт. Голод всегда рядом, если живешь в лесу. Но ты прав, с этими актами враждебности нужно что-то делать.
Солдаты — простые люди. Когда Скаэтаэли убивают твоих товарищей, как ты будешь относиться к эльфу, который продает цветные платки твоей жене? Ты ведьмак. Твоя задача — защищать простых людей от чудовищ. Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Вижу, куда ты клонишь. Есть чудовище, которое убивает людей, вышедших в лес за хворостом. Так вот, Йорвит не лучше. Он даже хуже, потому что умнее и более жесток. Как его найти? Я не прошу, чтобы ты его убивал. Даже тебе не справиться со всем его отрядом. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники. Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель. Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо. Точнее и не скажешь. Покуда Йорвит на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. Я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорвитом. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха, не торопись, Геральт. Доверие надо строить постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона, и я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвиту. Я ведьмак. За даром не работаю. Само собой. Если поможешь поймать командира Скаэтаэлей, получишь сполна. Во флотзамской казне хватит аренов, чтобы заплатить ведьмаку. Я попробую что-нибудь разузнать. Я верю, что ты принесешь флотзаму мир, хотя ты сеешь бурю везде, где появляешься. Не подведи этот городок, Геральт. Бывай. Так, ну постараемся не подвести. Но все же я думаю, что с Йорвитом нам удастся пообщаться во время прохождения, и мы все-таки посмотрим, кто из них наименьшее зло. Так, ну, больше ничего интересного в этой комнате я не вижу. Наверное, стоит возвращаться к Роше. Проходы также не освободились от стражников. Выходим на улицу. Дверь открыта. А еще бы. Слыхали? Тут к нам двое важных господ заявились. На дорожку, чтоб твою мать. А краснолюд ему выставила ножку, чтоб твою мать. Ну ладно. Роше нас здесь уже не ждет. Наверное, обиделся. Все-таки такой прием. Да, и самое главное — не забыть забрать мечи. И мы опять перегружены. Что ж такое-то? Так, и перегруз на 15 пунктов. Ну, пока денем мечи. Ну, ножи и бомбы в быстрые слоты. Ловушку тоже в быстрый слот разместим. Так, а что же можно выкинуть-то? Ну, чертежи, по крайней мере, почти ничего не весит. Так, ладно, посмотрим задание. Честно, даже пока... Желания разбегаются, по какому пойти квесту. Ну ладно, это еще сейчас решу. А пока, наверное, стоит распределить умения.
тот один талант, который мы получили за уровень. Так, и остальные пути также закрыты. Так, а что же взять? Отражение либо парирование? Отбивать стрелы обратно во врага, которых пустил. Это очень здорово. Я думаю, поможет сильно. И поспим до рассвета. Точнее, помедитируем. Пока, думаю, все же стоит забежать к торговцу. И немного освободить рюкзак. Потому как, если всю первую главу так ходить между нужными нам персонажами и целями, то на это уйдет немало времени. Да, я думаю, предел все-таки вещей тоже есть. Да, железной руды я многовато набрал. Ну, штучек 30 продадим. И уже 285 из 300. Так, дерево тоже немного. Так, 69 сукно. Тоже штук 20, я думаю. Ну, 19 продадим. 275. Ну, вроде бы, я думаю, пока хватит. Так, молот. Тоже его продадим. И уже 273 вес. Отлично. Так, а нам говорили, что Седрик должен нам подсказать насчет Кирана. Так, и нам надо за стену. Пойдем туда. Эй, ведьма! Милздарь, это вы, Геральт из Ривии? А кто спрашивает? Большое спасибо за то, что вы сделали у замка Лавалетов. Вы спасли нашу семью. Примите этот скромный дар. Спасибо. Да хранят вас боги. И вам огромное спасибо. Живите, не бедствуйте. Так, задание выполнено. Горе побежденным. Как раз те жители, которых в замке Лавалета мы защитили от солдат Фольтеста. И они нас отблагодарили. Ну что ж, потом посмотрим, что же они нам дали. Так, а здесь что-нибудь есть? Только грибочки. Где ты был? Я ищу какого-то эльфа по имени Седрик. Не ввязывайся в это. Ты побледнела, когда мы встретили Шиалу. Тебе показалось. Я слишком хорошо тебя знаю. Шиала — одна из самых могущественных чародеек. Это не повод ее бояться. Я знаю, что ей нельзя доверять. Она обожает манипулировать людьми и очень хитра. Есть доказательства? Она отлично знает, что ты потерял память. И делает вид, что понятия об этом не имеет. Зачем ей это? Не знаю. Трудно угадать, что она на самом деле затевает. Я попробую это понять. Как? Схожу с ней на охоту. Но сперва надо найти Седрика. Тогда пойдем к нему. Он на сторожевой башне. А сторожевая башня — это вот данные постройки на деревьях. Но надеюсь, Седрик даст нам хорошую информацию.
Все-таки он эльф, я думаю, не соврет. Уже почти год. Морель была бы рада такому дню, Сигерим. Радуйся и ты памятью о ней. Не изводи себя. Я пытаюсь. Я до сих пор не понимаю, почему ее исчезновение породило столько ненависти. Не позволяй другим сейдхи отравить твою память. Ненавидят те, кто пытается скрыть свое бессилие. Спасибо тебе, Седрик. Вафаэль? Вафаэль. Ну а теперь пообщайся с нами, пожалуйста. Ты, Седрик. А кто спрашивает? Геральт из Ривии. Ведьмак и... Трис Меригольд. Ты прекрасно пахнешь, Трис. Седрик, смотри на меня. Чего ты хочешь, Геральт из Ривии? Я собираюсь убить Кейрона. Говорят, ты можешь мне помочь. Смотря какая помощь тебе нужна. Мне нужны сведения. Надо было убивать его много лет назад, а теперь не знаю. Он такой огромный, что с трудом в реке помещается. У него странные наросты на щупальцах и очень толстая шкура. Раньше он жил на болотах в притоке Понтера. Это дикие места. Даже Скаэтаэли туда не заходит. Он недавно корабль утопил. Сходи, посмотри, что от него осталось. Может, следы какие найдешь. Куда идти? Сначала на юг, вглубь леса. Потом повернешь на восток и вернешься к реке. Там будет разрушенный мост Айэн Сейдхе. Под ним и лежит остов корабля. Спасибо, Седрик. Удачи. Я хочу заработать пару аренов. Тут никакой работы для ведьмака не найдется. В этом лесу для ведьмака всегда найдется работа. Чудищ тут очень много. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ты знаешь, почему они здесь собираются? Проклятые места всегда притягивают всякую гнусь. Тут, на поляне в лесу, раньше стоял дом, в котором держали умалишенных. В последнюю войну с Нильфгардом его спалили дотла. Безумцы заживо сгорели в своих кельях. А над развалинами с тех самых пор висит проклятие. Недавно двое смельчаков решили туда залезть. Ни один не вернулся. Расскажи побольше о самом доме. Это старая усадьба. Ее превратили в приют для скорбных разумом. Во время войны безумцев хватает. И с каждым днем становится только больше. Жрец Мерцеи запер их там и заботился о них. Попробуй отыскать тех двоих, которые пропали в развалинах сумасшедшего дома. Если найдешь их, думаю, тебя щедро наградят. Они сами или их семьи. Попытка не пытка. Я хочу тут у вас поохотиться. Может, дашь какой-нибудь совет? Я не ведьмак. Ставлю силки, капканы. Пытаюсь держать накеров подальше от бендюги. Вот и все. Меня интересует дичь покрупнее накеров. Старик? Кейрон? Неужто Лоредо наконец раскошелился? Слушай, не мне тебя учить, с какого конца за меч держаться. Вы, ведьмаки, дадите фору кому угодно. Но если у тебя есть деньги, я тебе помогу. И чем же? Соберу тебе капкан или ловушку, чтобы обездвижить жертву. Или манок, завести чудище в засаду, что угодно. И если уж я могу добить накера, попавшего в мою западню, ты и подавно справишься. Что случилось с эльфкой, о которой вы говорили? Она пропала? Сигерим думает, что ее забрал лес. А ты? Морель просто исчезла почти год назад. Некоторые говорят, что она была слишком красива, чтобы люди ее не тронули. И ты веришь в это? Если нет никаких явных свидетельств, я стараюсь доверять предчувствию. А оно говорит, что лес не забирал Морель. Почему ты не скажешь об этом Сигериму? Это не имеет значения. Убили ее, или она ушла сама, чтобы никогда не возвращаться. Ни я, ни Сигерим не сможем этого изменить. Все-таки кто ты такой? Я предостерегаю людей от опасностей, затаившихся в лесу. А точнее? Я уже стар, даже по эльфским меркам. Но этот лес гораздо старше. Я живу в нем много лет и просто понимаю его. Не могу этого объяснить. Иногда я ошибаюсь, и тогда люди не возвращаются. Ты помогаешь людям?
Я просто знаю, можно выходить за ворота или нет. Пожалуй, зайду, когда ты протрезвеешь. Вы, ведьмаки, живете очень долго. Может, и дождешься такого дня. За что сражаются с Каэтаэли? Ты о стариках, которые мечтали вернуть былое величие нашей расы? Или о молодых, которые дерутся за жизнь и жаждут мести? Отряд Йорвита — это первые или вторые? Они считают, что они независимые и что они действуют единственно возможным способом. На деле они лишь тень былого величия Аэн Сейдхи. Они до конца цепляются за свою мечту. До того мига, когда меч или петля обрывает их жизнь. Или до тех пор, когда они вдруг понимают правду. Это порой хуже смерти. Удачи! Ну что ж, пока нам от него больше ничего не надо. И Три сразу же телепортировался. Так, и куда нам двигаться дальше? Какие же у нас квесты есть? Когтяк безумия. Вы любите истории о призраках? Ну, любим. Найдем это заброшенное здание. Лечебницу. Посмотрим, что же там происходит. Так, и здесь у нас полный перечень персонажей есть, которых мы встречали. Как и в первой части. Монстры. Рецепты. Так, ну, основы игры нам не нужны. Рецепты наших эликсиров. И волгозелье Петри. Ну, масла даже знаем. Коричневое масло кошка. Знаем рецепт бомбы одной. И ласточка. Ну, пока неплохо. Совсем беззащитными мы не останемся. Так, ну а теперь, думаю, стоит зайти все-таки в таверну, посмотреть, есть ли там какие-нибудь задания, наподобие тех, которые были в первой части. Например, играя в кости, кулачные бои. Армрестлинг также должен быть, если он здесь появился. Лишний опыт нам никогда не повредит при выполнении данных заданий. Так что не будем пропускать. И попробуем поискать. На твою рожу. Давай, ты его уже почти дожал. Ну, еще чуть-чуть. Так, ну пока ничего интересного никто нам не предлагает. Может, на втором этаже что-то есть? Точнее, в подвальном? Ох, матушки, если встретишь его, на водокулачные бои? Что здесь творится? Кулачные бои, брат. Порт закрыт, так скука такая, аж в заду чешется. Хочешь поучаствовать? А какие правила? Участники боев вносят долю, а победитель забирает все. Правила боев. Бей как хочешь, лишь бы противник лег. Как все сложно. Так что, братишка, будешь драться? Да. Свежак, такой же, как и ты, братец. Для начала пойдет. Выкладывай денежки. И как? Я готов. Пиздари, танцы начинаются! Вот вы его бей! Почтите!
Ну что ж, попробуем его одолеть. Какой-то он для нас слишком щупленький. Должны очень легко справиться. Все, первый боец готов. Это ж едит поэзия! А ты сомневался? Что, брат? Будем биться дальше? Будем. Скажи только с кем. Да из жоп по прозванию Задник. Странное имя. Он все делает на из жоп, то есть задом наперед. Спит в нем. Сперва пьет, а потом заедает. А бабам, перед тем, как их трахнуть, велит одеться. На из жоп. Покажи арены. И как? Я готов. Мюзери, танцы начинаются! Курва, подожди, пока он откроется! О, этот уже получше выглядит. Ну, какой-то слишком перекачанный. Тушечка такая. Доверь ему снизу! Ну, я думаю, проблем тоже с ним не будет. Быстро мы с ним расправились. Следующий. Эй, мастер! Что такое? Хорошего бойца издалека видать. Тебе нужна серьезная драка, а не возня с этой пьяной голытьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют король Зигги, потому что я всегда плачу по-королевски. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славы настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место. Хотел бы я быть твоим врагом. Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Я знал, что вы друг друга найдете. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Лучше приготовь мне большой мешок. И как? В другой раз. Так что, братишка? Как-то я не на ту клавишу нажал? Скажи только... Я знаю. Лучше приготовь... И как? Я готов. Ну что ж, его победил. Танцы начинаются! Курва, подожди, пока он откроется! Ну, этот среднячок. Судя по формам... Второй боец как-то повнушительнее выглядел все-таки. Ну и ему с нами не справиться. Ну и последний удар. Отлично. Это ж едит поэзия! Поздравляю! Ты набил морды отъявленным забиякам. Хорошая работа. Турнир окончен. Что, все? Как-то вас мало тут. Да, теперь, думаю, стоит принять предложение Зигги. И попробует на более серьезном турнире поучаствовать. Так, не в ту сторону вышел. Ну ладно, проход рядом совсем. Так, и помедитируем. До вечера? Во сколько он там появляется-то? Ну, я думаю, где-то 21 час, 9 часов вечера хватит. Так вот и Зигги.
кого я вижу, не будь я король Зиги. Обдумал мое предложение? Да, я готов. Я объясню тебе все по дороге. Теперь что говори. Происходит? Знаешь, чем знаменит Флотзам? Ничем. Ну как так можно? В долине Понтера есть только два города, которые достойны внимания. Это Бондарь, в котором лучшие шлюхи севера. И Флотзам, где проводят лучшие кулачные бои. Кто проводит? Официально никто. Но стоит приглядеться, и ты глазам не поверишь. Это мир страстей, мир силы, взлетов и падений. Я выставляю собственных бойцов. Вот нашел тебя, к примеру. Обещаю, ты не пожалеешь. А теперь пойдем туда, где мальчики становятся мужчинами, а кабацкие задиры — чемпионами. Туда, где пахнет кровью, потом и золотом. Ну что же, куда ты нас приведешь? Какой тайный бойцовский клуб? Да, так не говори, что это у Лары да еще все происходит. Стой! Да. Ты не узнаешь короля Зиги? Тебя узнаю. А кто с тобой? Серьезный мужик. Король Зиги других не держит. В последний раз твоего парня вынесли поломанным через четверть часа. Сейчас все будет иначе. Вот увидишь, сам комендант поставит на него целое состояние. Ладно, но ежели хочешь его провести, пускай оставляет тут все свои железяки. Будь по-твоему. Считай, что ты уже богат. Оружие будет в ящике у ворот. Лореда? Собственной персоной. Он разрешает бои? Разрешает? Он их устраивает. Тут крутятся большие деньги. Последнее время мне немного не везло, но благодаря тебе король Зиги прославится в веках. Ты только не подведи. Ага. Пузатик сам бы и пошел бы и победил бы всех этих соперников. Дай ему в харю. Прославится. О, он. Клоун Зиги возвращается. Возвращается с триумфом. У меня есть боец, о котором скоро услышит каждый. Убийца чудовищ? Как ты его уговорил? У короля Зиги свои методы. Вечер обещает быть интересным. Через минуту мы попадем в историю флотзамского мордобоя. По деревням будут слагать песни о Зиге Геральте. Ты главное выиграй, а я займусь остальным. Готов? Пионер всегда готов. Готов. Великолепно. Ты еще будешь носить меня на руках. Твоим первым противником будет Сухой. Его так зовут, потому что он выжимает соперников досуха. Глядишь, и Сухой обмочится. Держись! Да, он сам тощий и сухой. Да, нам не ровня. Добей, выродка! Дай ему в харю. Ну же, давай, Геральт, уложи его. Забей, выродка! Все, первый готов? Славно ты его разукрасил! Кто дальше? Марку раз как дам. Кладет всех одним ударом. Попробую узнать, какой у него второй удар. Удачи! Дай ему в харю. Да, если он вообще сможет нас ударить. Добей, выродка.
Да, но пока не слишком сильно он нам сопротивляется. Лучшие кулачные бойцы. Ну же. Дай ему в харю. Ты. Так, и второй готов. Всей моей жизни. Хочешь сказать, мы созданы друг для друга? Именно так. Но нам еще многое предстоит пройти. Твоим следующим противником будет Сикач по прозвищу Хер. Его никто не любит? У него порты с бахромой. В прошлом месяце он откусил противнику ухо. Ну давай сюда этого Хера. Держись! Откусил ухо. Ну, наверное, это отсылка к Тайсону. Ну посмотрим, лучше этот боец предыдущих двух. Но пока также сопротивление немного. Добей, выродка. Так, и третий противник повержен? Да. Еще один, и мы знамениты и богаты. Кто? Ждан. В драке против него меньше, чем вчетвером не выходит. Сделаю его одной левой. Не стоит его недооценивать. Ведьмак, позволь на минутку. Прекрасная техника. Спасибо. Приближается последний бой. И все ставят на фаворита, на тебя. Все, кроме меня. Чего ты хочешь, Лоредо? Ждан должен выиграть. Но на самом деле выиграем мы с тобой. Треть выигрыша твоя. Это не вопрос. Это констатация факта. Да пошел ты, Лоредо. Я понял. Ты обычный мошенник. Меня не интересует твое мнение. Ты должен сдать бой. А иди ты, папаша. Я-то нас страшный боец. Добей, выродка. Ну и с ним тоже немного проблем. Да какие-то несерьезные тут бойцы. В самом знаменитом городе. Дай ему в харю. Где проводят данные турниры. Да, я чувствую, от Лоредо нам еще придет привет. Он просто так не отстанет. Так и с четвертым бойцом мы разобрались. Плати. Вот твои деньги. Стража проводит тебя до ворот. Ты об этом пожалеешь. А я говорил, что мы выиграем. У меня нюх на эти дела. Давай, что мне там причитается? Да ты что? А как же веселье? Круг почета, дармовая выпивка в каждом трактире. О девках я и не говорю. Трахни их от моего имени. Одни обманщики кругом. Так, верните мне мои доспехи. Так, ну вот мы опять экипированы. Ну, я думаю, стоит вернуться обратно в таверну. Посмотреть, какие же нас игры еще ждут. И квесты. Так, а вот и подручные Лоредо, которые решили отомстить. Точнее, которых подослал Лоредо. За то, что мы не согласились
с его предложением. Ну, я надеюсь, нам никто больше не встретится. Так, от второго ничего не осталось. Ладно, идем дальше. Ну вот, предчувствие меня не обмануло. Стоило заглянуть в эту дыру. Убийца Фольтеста собственной персоной. Как дела, как здоровье? Не жалуюсь. Безмерно рад. Знаешь, да вы и зимы путь далекий, и я не хочу тут долго возиться. Я и так на тебе много времени потерял. Ну, счастливого пути. Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник. Живой ты стоишь больше. Но если будет надо, ты и мертвым сгодишься. Что выбираешь? Ну, попробуй меня убить. Брось меч и подними руки. Иначе я не ручаюсь. Подойди и попробуй меня убить. Ну что ж, вот и охотники за головами тут еще явились. Ну, попробуем с ними разобраться. Да, наверное, все-таки надо двоих бандитов без щитов сначала изничтожить, а потом уже накинуться на главаря этой шайки. Да, больно бьют. Стоит потихоньку отступать, потому что жизни уже осталось четверть. Да, серьезные парни попались. Ну ладно, мы с ними еще справимся. Будем стратегически отступать. Так, ну он остался один, и я думаю, с ним уже будет проще разобраться. Хотя жизни очень мало, и одно неверное движение приведет к нашей гибели. Все. Бандиты готовы. Так, ну теперь, я думаю, на нем никто не помешает дойти до таверны. Ну и на сегодня закончим прохождение. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Твоим услугам!